Доброе утро, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Aquilon Pro. Этим чудесным субботним утром хотим для вас провести натурный эксперимент пенополистирола, который мы используем в системах водяного теплого пола сухой укладки. Смотрите, как мы это сделаем. У нас есть лист пенополистирола, такого же, как и мы используем для укладки системы водяного сухого пола. Это вы видели все в видео. Для проведения эксперимента у нас есть кусочек плитки размером 9 на 7 сантиметров или 1,158 от метра квадратного. Также есть такой брусочек и такой брусочек. Сейчас посмотрим, что я с ними сделаю. Кладем плитку на пенополистирол без всякой сетки. На плитку кладем брусочек. Для того, чтобы удобно было на него встать, кладем сверху еще один брусочек. Для информации, мой вес 87 кг. Сейчас я наступлю на эту конструкцию и посмотрим, что будет. Если кто увидит какую-то вмятость, напишите об этом в комментариях. Часть эксперимента вторая. Вот у нас есть два брусочка высотой 200 на 100. Расстояние между ними 20 сантиметров. Положим на них лист нашего пенополистирола. Я на него наступлю и посмотрим, что произойдет. Если у вас еще остались вопросы по плотности, задавайте их в комментариях. А теперь давайте подумаем, что будет, если под плиткой у нас будет слой клея, плитка будет не стеновая, а для пола, и под слоем клея у нас будет армировочная сетка с ячейкой 10 на 10 мм, толщиной 1 мм. Как это повлияет на работу всей системы? Если пересчитать нагрузку, которую передал пенополистиролу, на квадратные метры, то она будет равняться 13 тоннам. Если я ошибся в своих расчетах, напишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И мы будем проводить еще больше экспериментов на стройке, показывать их вам и обсуждать это на нашей страничке. Заказать систему водяного теплого пола вы можете у нас на сайте. Ссылка будет под этим видео. С уважением, Павел Бирюкович. До встречи в следующих видео.